Добрый день, вот она колясочка. В коляске регулируются ручки под мамин рост. Блок съемный, устанавливается лицом к маме, лицом на дорогу. Это с горизонтального положения переходит в вертикальное. Все, вот так ваш ребеночек уже будет сидеть после 9 месяцев примерно, когда уже крепко будет сидеть. Также блок снимается. Шасси складываются отдельно. Есть подстаканник и вот кожаный чехол. Он снимается. Сейчас мы вам снимем этот чехол и покажем, как получается люк. Это все расстегивается, все это снимается. Будет это очень долго. Поэтому вам сейчас снимем дальше видео.